У нас столько персиков дома осталось. Думаю, что в холодильнике она будет торчаться. У меня лицо красивее, чем это персики. Никто не едят. Лучше варенье делаю, сахар насыплю, будет вкусно. Вот. А я не знаю, шкуру убрать или нет, Свет? Не знаю, как вкуснее. Ну, конечно, без шкуры будет хорошо. Кило на кило сахар сделаем, и будет вкуснятина. А так, кто хотя бы варенье, хотя бы что-нибудь готовим? А так, кто будет есть? Вот так, Свет, да? Смотри. Угу. Вот так. Или еще меньше? Вот так хорошо. Угу. Вот сейчас сахара насыпал кило на 80 килограмм. Это на 800 грамм сахар. Угу. И оставим до утра. Делаем варенье, что-нибудь делаем, да? Жалко пропасть. Доброе утро, дорогие мои. Ты снимаешь, Света, угу. А что ты молчишь? Как ваше настроение? Мы всегда готовим, готовим пару раз. Это забиваем снимать, дорогие мои. Блинчики дети всегда любят. Тогда вот так делаю. Вот видите, с утра у меня какая прическа. Света, покажи, мокрый эффект я делала с утра. Генеральную уборку всегда надо. Я, конечно, каждый раз не покажу, но мы всегда делаем, чтобы дома всегда было понятно. Смотри, как посуда чистить. Просто так блестит. Просто так сама себе вот так она не блестит. Надо, чтобы руки работала. Так что хочу вам желать хороший день, хорошее настроение. Очень много пишет тетя Руся. Мы ждем прямой эфир. Вы обещали, что каждое утро будете кофе пить с нами. Я тоже так думала. Ну, когда я начинаю работать, переодеваться уже не хочется. А с халатом грязным, ну как, потевшим, я не хочу к вам идти. Поэтому, ну, иногда выберем день, ну, чтобы каждый день, нет, может, я что-то там ошиблась. Каждый день у меня не получится, потому что с утра я стою, иногда бывает, что и пижама не снимаю. Начинаем работать, порядок чистить, потом сидеть, приятно общаться. Желаем вам всем хороший день, хорошего настроения. У нас получилась такая шикарная. Смотрите, какая нежненькая. Смотрите. Вот у нас варенье тоже стоит. Света, покажи, какая красота. Это у нас персик и яблоко. У нас очень много дома в холодильнике. Смотрю, уже застряли. Дети не едят. Я говорю, ну, мне жалко. Давай сделаю что-нибудь. Пирог, мирог делаем. Хотя у меня подвал, я должна показать. У меня очень много. И в этом году много закрывали, и в прошлогодошнем много осталось. Ну что делать, чтобы не пропасть, хотя бы закрывать, кому-то еще отдадим. Все хорошо. Красота. Что будет сладким, гущеное молоко, шоколад, макалат. Останется, сделаем мясо. У нас ничего не пропадает. У нас, кстати, в морозилке заготовки есть с мясом и с грибами. Классно же. Оба-на! Красота получилась. Красота! Готовим с любовью. Так. Вы видели танцующие у нас блины? Вот так танцуют. Опа-на! Хоп! Так тоже бывает. Вот она. Всегда готовите и кормите внукам. Все дети мечтают любви и внимания. Все. И даже взрослые. И даже дети, которые еще в коляске, когда не обращают сильно внимания, они начинают болеть или капризничать. Так что готовьте с любовью, кормите ваших внукам и деткам. Я вас очень люблю. Если день у меня будет интересный контент, обязательно вам покажу. Оставайтесь со мной. Снимаешься? Да-да. И у нас сегодня были планы другие. Одели, нарядилась красиво, добро, готовили блинчики, блинчики. Хотели, видите? А вы посмотрите, как план изменяется. Люди как ветер, как погода. Сейчас думаешь, а одно дверь открыла, мне захотелось перестановка делать. Все перерыла, смотрите, что делаю.
Вот. И каждым разом, пока они чистые, да, посмотрите, каждый раз у меня стакане начинает вот желтеть. Еще через несколько дней у нас еще есть суперсредство, будем чистить. Но пока еще рано. И также все шкафы открываю, мне не так нравится, она должна блестеть. Опять перестановка. Открываю здесь, опять перестановка. Самоцвет покажи тогда, раз открывала все. И другую сторону покажи. Вот вы видите, вот когда я говорю, начинаете много женщин обсуждать. То есть это обсуждает лентяй, это я точно знаю. У них рабочие есть. Вот и каждый день делаем, каждый день не показываем, не нанимаем других людей, кто-то печет и взять и вам показать. Что делаем, то есть. Честно, открыто перед вами. Все как есть. Зачем врать? Кто врет, из носа выходит. Не сегодня, но то завтра. Нельзя врать, смотреть, нельзя обманывать народ. Смотрите, и готовим. Смотрите, у нас духовка. О, смотрите, какая красота. И утром блинчики делали из масла перед вами. Это что? Другие люди приходят, нанимаем деньги, приходят, чтобы контент снимать, чтобы 100 тысяч подписчиков забрать, чтобы обрадоваться. Нет, дорогие мои. Мы все делаем со своим трудом, мы с невесткой, у нас дома. Иду к дочке, значит, с дочкой. У нас нету таких, чтобы наниматься. Даже мы, если было время, мы нанимались, все равно они сказали, тетя Руся, мы что делаем, все равно тебе не нравится. То, что это правда, правда. Потому что они делают только сверху. А так, как мы делаем, смотрите, вот. Шкафы открыли. Вроде смотришь, не грязный, да? Вот смотрите, разве это грязный? Сейчас скажете, эта женщина больная. Но я найду здесь грязь. Парогенератор есть, прохожу, поблестит. Она должна сияться, как у меня лицо. Вот, видите как? Вот у нас здесь сегодня проходит. И готовили, и пекли, еще и уборку делаем. А у нас еще внизу первый этаж. Блестит, ни одной глажки нету, ни одной стирки нету, все стиральные машинки блестит, пылесосы блестит, все освежили, все новое. А если оставить, что будет? Конечно, черный бумер. А вы любите чистоту? Вот очень много женщин пишет, тетя Руся, мы точно такие. И вы знаете, я так радуюсь, чтобы есть женщина, говорит, это чересчур. Что чересчур? Ходите гулять и каждый день сигаретам по ресторанам ходить. А вы думаете, что мы не ходим в ресторан? И в ресторан ходим, но с семьей ходим, когда надо, да? А так ресторанам тоже каждый день нам нечего делать. У нас свой дом как ресторан и как мини-бар. Все есть. Зачем нам выходить? Даже иногда говорю, сегодня какая погода на улицу. Потому что не выходим. А завтра у нас планы новые. Все. Сегодня уже темно. И мы закончили свою работу. Общая кухня чистенькая. Спокойной душой можно спать. Хочу чуть-чуть показать сегодняшнюю нашу работу, да? Что я сегодня делала. Это все у нас чайные, а не кофейные стаканы. А это просто водички пить и сок каждый день. Вот это все генералила. По шкафам ходила. Вот все снимала, все почистила и сложила. Здесь у нас заодно и мы варим еще у нас варенье. Такая у нас чистота. Ночью уже поздно. А говорите вот так. Такая чистота. Кастрюли наши. Еще здесь у нас вот такая красота. Все поменяла места и заодно чистила и генералила. Здесь, вот смотрите, какая порядок, красота, штучный, сипучий. И вот так и каждый день. Сегодня столько, а завтра столько, послезавтра столько. Там закончилось, опять заново начинается. Вот и все, девочки мои, теперь пойду спокойной душой отдохну. Мои подписчики почти все знают, что у меня в кухне, где что лежит. Потому что каждый раз, как убираю, всегда показываю. Всем хорошей ночи и хорошей сны, дорогие мои.